прощай. Хоп! Невольно я гляжу на это представление, какая тут приходит напоследок драма, какая низость и какое преступление после себя оставить хочет Гадабама. А был ли он на самом деле президентом? Увы, закончился Обама этот срок. Я тут не буду делать никаких акцентов, но эту нечисть пошлую уводит Бог. Какие президенты все же были раньше, но ни один до этих пор так не хамил. А этот нерадивый санкциями дальше, он напоследок думал, что победил. Какой же раз я убеждаюсь в этом хаме, что этот выродок, он попросту нахал. Этому подлому, злорадному Обаме я на прощание ему песенку сыграл. С поста Америки уходит черт Обама. Эй! Год обезьяны злой практически ушел. Прощай, 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 эпоха Гадахама. Тебе на смену президент другой пришел. С поста Америки уходит черт Обама. Год обезьяны злой практически ушел. Прощай, 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 эпоха Гадахама. Тебе на смену президент другой пришел. Прощай.